шла. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Выходит из биоробота. Если в биороботе еще находится копии или голограммы, все это выходит и становится рядом. Он в какой-то установке, на нем как сверху что-то установлено, как в палатке в какой-то он. Вот так вот, да? Накидка такая большая. Мы ее отдельно возьмем или все вместе возьмем? Вместе. Хорошо, защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистой энергии абсолюта. Берем Сергея в защитный скафандр на время работы. Вместе с тонкой копией Сергея поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Мы на месте. Хорошо. И сил моего намерения отправляю эту палатку в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Мы приветствуем Сергея, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Сергея, под ногами. Сканировать все 7 тонких тел Сергея, находит все. Знаешь, он как будто льдом обложен. И вот этот лед, он вместе с палатке ушел в клетку. Да. И возле него стоит 2 гуманоида. 2 гуманоида. Так, что долго так показывалось. Подожди, остальных посмотри. Без, инкуб, инсектоид. И 2 гуманоида вот с этой конструкцией. Инсектоид. 2 гуманоида. Мы с Тамарой ходим парой. Гуманоиды. На каком основании вы находитесь со своей этой установкой в биополе Сергея? Он говорит, что мы его сохраняем для будущего. Объясни, как вы можете сохранять человека с душой божественной для будущего? Замораживаем его энергией. Скажи, гуманоид, я произвожу на тебя впечатление какого-то идиота? Или ты не понял, куда ты сегодня попал? Так, Влад, просканируй их на защиту. 1, 2, 3. Если есть защита, просканируй. И убери ее. 1, 2, 3. У обоих. Снимаются все маски, голограммы, гуманоиды предстают в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. И от гуманоида выстраиваются каналы, ведущие к другим ответственным. Все, кто сейчас подсоединены к ним, 1, 2, 3, они притягиваются силами. Его намерение сюда, в клетку тюрьмы, становятся ее заложниками. Значит, 1 остался гуманоидом, а 2 защита снялась, убралась. Угу. И он таким темно-зеленым цветом, как ящер какой-то, с роговыми такими, роговой короной какой-то на голове. А вот так вот. Ящер с роговой. Он считает цифру этого ящера на голове. Ага, 802. 802. Хорошо, Влад, сожги его защиту. Удар. Да, будет так, а так и есть. Защиты нет уже. Нет уже защиты. Хорошо, ящер, ты знаешь, куда ты попал? Маленьким человечком. Серьезно? Влад, дай ему вот такие удары, чтобы он лег на пол. Пошли удары. Маленьким человечком. Абсолютно верно. По росту мы ниже тебя. А я сейчас посмотрю, каким ты будешь. Он говорит, что ты не имеешь права это делать. Да, ты что? А ты имеешь право... Представитель космоса. Ты представитель космоса. И в моих руках появляется шар Атмана. 1, 2, 3. Представитель космоса, я тебе сейчас это в глотку засуну. Он говорит, убери эту дрянь. И маленький шарик бросаю в него. 1, 2, 3. Не смертельный. Поиграйся чуть-чуть. Хочешь со мной поиграться? Давай. Представитель космоса, я с тобой поиграю сегодня. Заморозчик. Я тебя так сегодня заморожу. Ты посмотришь, куда ты уйдешь. Он говорит, я же попросил, убери это. А кто ты вообще такой, чтобы мне здесь говорить? В моей комнате диагностики, где мои правила делают. Убираю энергию Атмана. Итак, ящер. Маленькие человечки, ты говоришь, да? Подожди, он говорит, что я живу на другой стороне галактики. А это еще не значит, что... Мой корабль потерпел аварию. Да, хорошо. И мне нужно сохранить свое тело до тех пор, пока меня найдут. Этот человек был выбран, чтобы защищать меня. Кем был выбран этот человек? Он был просканирован и по своим параметрам выбран моей цивилизацией. Защищать меня, пока не придет. Без его согласия, да? Без его согласия. Без его согласия, правильно? То есть ты, не спросив его согласия, вошел в его биополе, занял его место. В критических ситуациях мы не спрашиваем согласия. Хорошо, у вас всегда критические ситуации. Неужели ты думаешь, ящер? Ты первый ящер, которого я вижу. И я тебе скажу, 802 это не самый высокий уровень. Я видел 1200. И корабли их пирамиды захватывал вместе с ними. И они никуда не уходили. Ты не понимаешь, куда ты попал. Если ты мне будешь здесь лгать, а я проверю в конце всю эту правду, у меня есть возможность проверить и установить степень твоей вины. Я еще такой идиотской истории никогда не слышал. Сколько ты находился в его биополе? Достаточно времени, чтобы создать себе идеальный. Хорошо. Так, я тебя предупреждаю. Это второе предупреждение. Если ты третий раз мне ответишь абстрактно, я на тебя начну воздействовать потоком абсолюта. Я тебя просто сожгу в этой клетке. Представитель космоса. У нас свой абсолют. А кто у вас абсолют? Расскажи мне. Галактический разум. Да, а у нас какой абсолют туда? У нас другой абсолют? Мы подчиняемся нашему галактическому разуму, нашей галактике. Да, и это ваш абсолют, да? Да. А почему ты тогда в клетке стоишь? А я могу моим абсолютом сжечь тебя в этой клетке. Как так получается? Объясни мне. Абсолют один. Один. А у вас копия. Или же вообще непонятно что. У демонов тоже есть похожие структуры. Ох, ящер. Ладно, хорошо. Я еще вернусь к разговору к тебе. Так, начинаем. Следующую программу объявляю. Сейчас начнется реверс энергии. Мы начнем вам возвращать вашу черную энергию, которую вы дали. После этого мы заберем у вас все светлые энергии по праву. После этого я дам команду или вытащу сам, в зависимости, посмотрю, как вы будете себя вести. Подключки. Все, кто не вытащит свои подключки или что-то оставит, он просто при проверке 2 миллионами герц сгорит в этой клетке. Всем понятно? А по какому праву вы удерживаете меня здесь? Но ответ идет свобода воли души. Свобода воли души. Ты нарушил законы свободы воли души. Тебя устраивает такой параграф? Меня интересует только моя душа. Понятно. Тут еще вопрос. Тут еще большой вопрос. Останется ли до конца сеанса твоя душа существовать? И я даю команду тонкой копии Сергея спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную энергию и патогенную энергию низковибрационной энергии в его биополе. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Сергею, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, которые она могла получить, которые он мог получить, от них возвращается к ним назад. Так, гуманоид, откуда ты? У него, у Сергея, энергии очень медленно идут, он вообще весь пассивный и уставший. Сергей, вы слышите меня? Да, он слышит. Сконцентрируйтесь, пожалуйста. Сейчас мы освобождаем вас от этих паразитов. Будьте активны, работайте активно. Усиливаем потоки в 50 раз. Пошли каналы, пошли потоки. Все необходимое. У него на голове есть что-то, что ему мешает. И силам его намерения, вот это, что у него на голове, я снимаю и отправляю в клетку тюрьму 1, 2, 3. И над ответственным загорается яркая красная лампочка. Кто это поставил? Гуманоид. Гуманоид. Так, гуманоид. Кто ты и откуда ты здесь взялся? В клетке оставляем это все. Сейчас, подожди, Сергей, вот он за голову берется ему. Но, видимо, больно. Конечно, больно. Снялось это, что у него было на голове, Вера? Да. Хорошо. Он меня слышит сейчас хорошо? Да, он говорит, что я очень отстал от всего этого. Но он адекватный сейчас. Хорошо, все. Гуманоид, ты мне шапочки будешь одевать здесь на людей, да? Откуда ты, паразит? Сириус. Значит, ты ловец душ? Он работал по заданию. Ты работал по заданию ящера, правильно? Правильно. Понятно. А ты знаешь, что наемникам, что они тоже отвечают за свои деяния? И тебе придется за это отвечать еще. Ты отвечаешь за свои поступки. Конечно, мы это знаем. Отлично, хорошо. Значит, цена, наверное, такая высокая была. Хорошо, Верочка, идут у нас потоки? Идут, да. Усиливаем еще потоки в 100 раз. До последнего микрона возвращаем все темное назад. Все чужеродное уходит назад. Гуманоид Сириус. Как долго ты находился в теле, гуманоид? 13 лет. 13 лет? Это ты хочешь сказать, что ящер 13 лет находился в этом биополе вместе с тобой? Да. Ящер, а что-то я не понимаю, я не пойму. Тут везде летают ваши пирамиды. Везде. Это не наши. А это не ваши. У тебя какая-то особая цивилизация. Они тоже ящеры. Я их вижу. Они были сделаны по образу и подобию. Но они отличаются. Ты хочешь сказать, ты выше их? По цвету и запаху? Да. Нормально. Но мы их не нюхаем особо. Хорошо. Ждем реверс, окончания. И сколько лет надо? Это определенная ДНК. Хорошо. И сколько лет надо, чтобы твой вот этот корабль, согласно твоей истории, прилетел и забрал тебя? Мне вот это интересно. Они уже на подходе. Это часы, это минуты, это дни, недели, года. Что такое на подходе в твоих понятиях? Одной человеческой жизни мне бы хватило. Сохраниться до их прихода. У тебя что, нет никакой возможности самому улететь куда-то или как? Ты где, на земле ты потерпел крушение? В этом случае нет. А как ты на земле оказался? А как ты с нашей галактики сюда добрался? У тебя же есть какое-то, значит, средство передвижения? Мой корабль потерпел крушение в вашей галактике. Я связался с представителем Сириуса. А такси у вас нету какого-нибудь межгалактического? Он согласился мне помочь. Ладно, хорошо, это все интересно. Хорошо, поехали дальше, Верочка. Как у нас реверс? Закончился. Отлично. Так, Бес, как долго ты находился в этой клетке? В этом биополе? 3 года. 3 года. Инкуб? Как долго ты? Как Бес. 3 года. Это значит, тебя Бес привел. И инсектоид, как долго ты находился в этом биополе? 5. 5 лет. Хорошо, тогда начинаем инсектоид с тебя. Выходишь сейчас, достаешь все, что ты оставил в биополе. Сергей, отсасываешь всю жидкость, все подключки, возвращаешься в клетку и докладываешь о готовности к проверке. Готов. Хорошо. Так, Бес, прошу тебя выйти сейчас. Бес, скажи мне, есть ли лярвы на теле? Полно. Полно. И ты хотел меня попросить их забрать? Он истощенный. Лярвы заберу. Скажи мне, если отдашь. Отдам. Скажи мне, если будешь коммуницировать со мной нормально, отвечать на вопросы. Скажи мне, вот эта истощенность, она идет от ящера с гуманоидом? Я понимаю, да. ты тоже там прикладывал, но они эту истощенность ему в основном доставляли, правильно? Все понятно. Хорошо, благодарю тебя. Выходи тогда сейчас, снимай все, что ты оставил в его биополе, и доложишь мне, как снимешь все. Вера, описывай, он показывает, что он эмоциональный. План ему понижал, а они именно на физическом его уничтожали. Вот. Уничтожали. Это ключевое слово. Благодарю тебя, Бес, за то, что подтвердил. Снимай все, что ты оставил, и заберешь все эти вкусные лярвы. Они все твои. Он снимает красные ленты с рук. Хорошо. И с ног. От этого руки и ноги опухали? Или что ты делал этими лентами, Бес? Водил его. Водил. Вокруг да около, да? Да, носки снял тоже. Хорошо, Бес, ты 3 года находился. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у Сергея в квартире порталы? Ты должен знать. Портал есть, но в состоянии, какой он, они на него не влияют. Понятно, конечно, с такими подключками. Хорошо, так, я тебе разрешаю снять все лярвы, ты снимаешь их и возвращайся в клетку. Ничего не оставляй. Голова. На пах и на ступнях я снял. Благодарю. Хорошо. Так, инкуб, выходишь сейчас, снимаешь все ленточки, которые ты оставил, ошейники, все, что ты, накидки, давай. И возвращайся в клетку, докладывай. Инсектоид у нас уже все забрал, да, Вера? Да, он первый все вынес. Все, хорошо, я не отметил. Суккуб. Суккуб. Снял все. Суккуб, хорошо. Так, и сейчас у нас, значит, я даю команду, значит, 3, включая Сергей, внутренний белый свет, 1, 2, 3, и Он начинает выдавливать, я подхожу к нему, даю ему, помогая своей энергией, даю ему 100% энергии, наполняя его сейчас. Он так поглощает ее жадно. Еще 100% даю ему энергии, 1, 2, 3, 200%. Готово. Отлично. И я даю команду на счет 3. Сергей начинает из себя выдавливать все, что осталось в его биополе на частоте гуманоида и ящера. Все их энергии, все их яды, все их подключки, чипы, датчики, импланты, все, что они установили в биополе вместе с энергиями, безболезненно на счет 3 начинает выходить из его биополя. 1, 2, 3. До числового значения 100%. Из него нити какие-то выходят. Как связан он был весь этими нитями. И вот лед, что был вокруг него, вода вот этого. Да. Он и писал, что он мерзнет при 20 градусах. То есть там понятно чего. Никто, ни один врач не мог установить. А как он установит? Какой врач есть на Земле? По ящерам. Готово. Хорошо. Так, большой шар, что там внутри? Нити, вот эти нитки, такие, ну, как веревки, нити. Да. И энергии вот этого льда, провода. Хорошо. Отправляем это все в клетку-тюрьму, где находится у нас вот это вот, что мы сняли с головы. Палатка, да. Ушло туда все. Хорошо. Так, и я даю команду на счет 3 на рассинхронизацию энергии Сергея с энергией беса, суккуба, инсектоида, гуманоида и ящера на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Сергей рассинхронизируется с бесом, суккубом, инсектоидом, гуманоидом и ящером. Ящер, гуманоид, инсектоид, суккуб и бес. Рассинхронизируется с Сергеем до числового значения 100%. У него, знаешь, как скобы какие-то вышли, к ящеру пошли. О, ящер. Зацепился он за него. Вот так вот. А Сергей... говорит, что мне так приятно этой энергии. Можно еще? Сейчас все получите, Сергей. Сколько ему дать энергии, Вера? Посмотри. Ему пока хватит. Хватит пока, Сергей. А то он может крышу снести, если мы больше дадим. Рассинхронизация закончилась. Отлично. Хорошо, я подхожу к Сергею, кладу руки на плечи, помогаю ему моей собственной энергией, через него пропускаю. Высоковибрационный импульс, он сжигает все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактическое ядро, они улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово, каналы отстегнулись все, сгорели. Хорошо, отлично. Так, все, они все убрали, они все прошли. Я даю команду скэнеру на счет 3. Скэнер начинает сканировать по-новому Сергея, делает контрольную проверку. Мелкие частицы уничтожаются на месте, если что-то остаточной энергии, все это уничтожается на наноуровне. И если осталось еще что-то не обнаруженное, загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3. Скэнер начинает проводить проверку контрольную. Находит все. Чисто. Хорошо, все прошли проверку. Хорошо, бес, суккуб, инсектоид. Вы поняли, найдете себе новое место обитания. Больше в это тело не приходите. Все понятно. Если я кого-то найду в квартире, она, я когда-нибудь ее буду проверять, то смотрите. Мирно так все это не закончится. Все понятно? Найдите себе. Хорошо. И открываем внизу портал на чистоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Ставь огненную пентаграмму. Суккуб готов уходить? Да, готов. Хорошо, суккуб забирает все, что с собой принес. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, инсектоид готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид уходит, забирает все, что он с собой принес, уходит безболезненно на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Ли ответить. Ли, пожалуйста, выйди на связь. На связи. Ли, приветствую тебя. Сегодня какой-то интересный день. Пожалуйста, посмотри, 13 лет сидел гуманоид и ящер. Ящер утверждает, что он потерпел крушение. но это его версия, и он ждет подмоги и говорит, что жизни человеческой может хватить, чтобы он, так сказать, дождался этой подмоги. Но мы повытаскивали такие страшные там вещи. Человек замерзал при 20 градусах, он его заморозил. И гуманоид работал на ящера. Она видит, у нее экран, она все. А, что я рассказываю. Она говорит, что это параллельная галактика, и должно определенное время наступить, чтобы они как-то пересеклись, что ли. Понимаю. И он смог покинуть. А что мне с ним делать? Заберет он. А, ты его отправишь тогда туда, да? Она заберет его. Все, поняла. А гуманоид? Заберет все, и палатку, и все, что там есть. Они заберут это все. Благодарю, Ли. Хорошо. Параллельная галактика. Значит, они старше наших ящеров, получается. Старше рептов. Он говорит, что так и знал, что не надо было связываться с гуманоидом. Ну, если знал, как вы говорите, это опыт. Они забрали все. Отлично. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем остатки негативных энергий, все, что осталось от интерферентов, за пределы этой комнаты. Закрывая, печатая, растворяем. Хорошо, Верочка, мы закончили здесь, поехали дальше по частотам. Хорошо, я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры. Этим соглашением, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Выше договора. У меня есть договора, и у него договор с этим Сириус, который... Они, значит, получается, что он его нашел. Сергей в поиске был, в поиске себя. Непонимания много было. Вот этот гуманоид во сне пришел к нему. Понятно, хорошо. Он это все понял. Заключил контракт. Хорошо. Он готов их аннулировать, Сергей? Готов, да. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю, что все эти соглашения. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Есть энергия. Все назад возвращаем, все забираем. Отлично. И все эти контракты уходят в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Производим сброс. А вот здесь больше душа, чем энергия была. Стержень какой-то зашел в него. Украли часть души. Но в контракте, видимо, что-то такое было. Ну, все, уже этого контракта нет. Как и этих паразитов. Все. Он, знаешь, говорит, что я счастливее этого момента не помню. Еще будет много счастливых моментов, Сергей. Это как возрождение. Теперь вы его знаете. Он говорит, я знаю, кто я. Это главное. Это верно. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, мы делаем запрос в энергоинформационном поле, приглашаем к нам прийти ангела-куратора, друга Сергея. Прошу прийти в нашу комнату. Ангел Алина. Ангел Алина. Снимаются все маски и голограммы. Мы приветствуем Ангела Алину. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом ваш приветствую всех присутствующих. Отлично. Мы только что проводили чистку, закончили чистку Сергея, вытащили из него страшные там вещи. И вот он изъявил свое желание познакомиться наконец-то со своим куратором и задать ему 10 вопросов. Будете вы, Алина, так любезно ответить на эти 10 вопросов? Конечно, я отвечу на все вопросы, но сначала дайте я активирую ангельскую энергию. Конечно, я только хотел сказать, пропустите ее по кругу, безусловно, пожалуйста. Мы возьмемся за руки, и ты прочувствуешь, как через тебя проходит этот божественный свет. Так вы его называете. Так и есть. Это энергии твоей души, ангельского уровня. С какого ангельского уровня и где, и на каком уровне высшее я находится у него? Алина. 8 и тот, и тот. 8 и тот, и тот. Отлично. Много работы впереди. Готово. Замечательно. Хорошо. Итак, Алина, я начинаю с первого вопроса. Как мне выйти на связь с учителями или кураторами? Мое имя ты знаешь. Объясните ему, пожалуйста, технику. Он еще наверняка ее не знает, как ангелам связываться со своим куратором. Активируй ангельскую энергию внутри тебя. Она как стержень. Ты и сам это знаешь. Отлично. Протягивай этот поток ко мне. Я дам знак. Но ты заранее должен условиться, что это за знак. Хорошо, давайте указательный палец правой руки. Если оба согласны. Да, мне будет понятен любой знак. Хорошо, Сергей, я обращаюсь сейчас к вам. Когда вы войдете в состояние транса и установите связь со своим куратором, надо знак у вас поднимется, приподнимется правый палец или начнет дергаться или приподниматься. Это будет сигналом то, что вы соединились. Я просто объяснила Алина, чтобы он был в курсе. Транс — это сильно сказано. Начни с элементарной медитации. Ну, я имел в виду медитацию, я транс сказал, да, хорошо. Прошу прощения, да. Мы еще далеки от состояния транса. Итак, в состоянии медитации он выстраивает канал, знак он знает, и когда Алина ответит, у него приподнимется правый указательный палец на правой руке. Смотри, прекрасный знак. Отлично, благодарю вас, Алина. Переходим ко второму вопросу. Есть ли кармическая связь с моей бывшей женой? Есть. Какая, если можно спросить? Они пересекались в жизнях раньше, то есть они раньше жили вместе, я понимаю, да? Они проходили соответственный опыт. В прошлых жизнях. Да. Хорошо, третий вопрос. Какая я душа, земная или космическая? Если космическая, то откуда я? Этот вопрос уже отпадает. Мы уже выяснили, что он ангел с 8-го ангельского уровня. Я тогда буду переходить. Давайте я заменю этот вопрос на другой вопрос. Вот он не задал здесь, сколько кармических узлов у него в этой жизни он прошел и сколько еще осталось? У него 5 кармических узлов. Прошел он 2. Хорошо. Благодарю вас. Следующий вопрос. Какое количество негативной энергии я набрал? 24. 24%. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько воплощений я прожил? Ну, он наверняка не знает, что жизнь между жизнями тоже является жизнью. Поэтому я, как вы хотите... Если вопрос про Землю, это 13-е. 13-е. Хорошо. 13-я жизнь, это для него будет вполне понятно. Сколько лет моей душе? Мы очень любим цифры, уважаемая Алина, на Земле. Нам все нужно в километрах, в годах. Только так мы понимаем, прошу прощения. Ну, вы также должны понимать, что цифры — временное измерение только на Земле. Которое есть только на Земле. Я смогу ответить на этот вопрос. А можно, если я поставлю, сколько лет по земному исчислению моей души? Мне трудно, я плаваю в цифрах. Я понимаю, давайте оставим этот вопрос. Это, в принципе, не настолько оно и важно. А количество, общее количество жизни вы можете назвать? Или это высшее я, скорее всего, надо спрашивать? Значит, такие вопросы, которые... Они с кураторами мало связаны, мне кажется. Это необычный вопрос. Согласен. Хорошо. Давайте... Жизнь, она не останавливается. Что значит количество жизней? Поясните, пожалуйста. Количество жизни – это количество воплощений. На разных планетах, в разных измерениях. Жизни между жизнями тоже считается. И такое количество жизней с момента, как скажем... Как тогда понять? Никак. Только если я вам объясню. Он исходил из того... Высшего я продолжается. Как это считать воплощением отдельной жизни? Алина, я сейчас посмотрел на следующий вопрос после этого, который вот он спрашивает, сколько лет моей душе. Как мне ответить на этот вопрос? Как вам ответить на этот вопрос? Я уже сказала, я плаваю. Хорошо. Давайте оставим этот вопрос. Так, про негативную энергию я уже спрашивал. Как научиться управлять энергиями или энергией? Для начала научиться принимать эту энергию, чувствовать, развивать, и потом уже управлять. Безусловно, надо подготавливать себя потихонечку, прочувствовать все это на себе. И когда этот процесс уже будет автоматизирован, тогда можно уже переходить к управлениями, то есть направлять энергию силы своего намерения в определенные места, где он хочет, чтобы она была. Но задача у ангелов одна — сеять свет, поэтому, в общем-то, здесь... Да, я бы к этому добавила еще визуализацию. Визуализация. Представляй, каким она цветом. Это помогает. Конечно. Какой цвет вы посоветуете, кроме белого, ангелу? Я думаю, никакого белого, правильно? Это он должен представлять. Он должен представлять. Хорошо. Какой ему приятен. Он интуитивно выберет правильный ответ. Благодарю вас. И 9-й вопрос. Было ли событие осенью 1997 года реальным? Перед этим мне приснился сон, что из меня вытянули кусок мозга из затылочной части, а через несколько дней, сидя на улице, мне в то место прилетел луч. Повернув голову, я увидел в отражении на стекле. Отобразилось лицо сущности с рогами. Осознав дискомфорт, я направился в ближайший парк, где, идя по тропинке, ко мне начали подбегать белки, при этом громко вереща и фыркая на меня. Какой вопрос? Я полагаю, он забыл написать вопрос, что это было. Ну, он написал, было ли это событие реальным. Было событие реальным. А что это за событие? До этого были другие интерференты. А, все понятно. Значит, в него зашел демон, и, соответственно, мы его не нашли в теле, потому что это было давно, он давно ушел, правильно? Были и другие космические. Были и другие космические. И что это белки, когда там подбегали к нему, они его предупреждали или что они хотели сказать? Или они видели что-то там? Фыркали на него? Белки предупреждали. Вы когда-нибудь задумывались, почему белки делают такой запас на зиму? Почему? Животные были созданы в помощь человеку. Белки запасали еду для человека. Вот это да. Вот это вы мне сегодня, Алина, удивили. И даже для меня новое. Интересная такая вещь появилась. Инстинкт остался. А животные же видят осознанных людей, правильно? Они видели ангела и пытались предупредить. Вот. Отлично. Благодарю вас, уважаемая Алина. И я перехожу к последнему вопросу, если мы здесь закончили. Можно ли получить мне совет от куратора насчет того, куда мне двигаться и развиваться дальше? Я не могу направить тебя. Все, что я могу, это пожелать тебе скорейшего принятия и осознания самого себя. Хотела добавить, что это непростые слова. Если ты будешь осознавать, кто ты, и понимать свои энергии, тебе начнут открываться двери. Появится выбор. Поэтому я не могу тебе сказать, пока ты не готов. Давайте я дополню. И не работаешь над собой. Над собой, конечно, да. Когда он поменяет эти энергии, когда он поймет, что у него ангельские энергии, он начнет совсем другую энергию отдавать. Вырабатывать. И отдавать. Я бы хотела добавить, чтобы Сергей не забывал, что ангельская энергия внутри него – это огромная защита. Как к эмоциям чужим, интерференции, также и к своим болезням и негативному настроению. И ангельская энергия дает огромный свет, сжигающий негатив и болезни. Научись управлять этим. Есть, только хотел сказать, если человек осознанно ими управляет, если нет, тогда видит интерференты и понимает, что он неосознанный и пристраивается, высасывая эти энергии. Правильно, ты был настолько закрыт и заблокирован, что даже я не вижу, в какую сторону ты сейчас пойдешь. Все будет зависеть от тебя. Хорошо, Алина, у него сейчас ему ничего не мешает, посмотрите на него, он абсолютно чистый, заправленный энергиями, с крылышками стоит. У него сейчас практически начинается новая жизнь. Это правильно я же говорю, да? Спросите у него. Хорошо, я спрашиваю, Сергей. Вы понимаете, у вас новая жизнь, новый отрезок жизни начинается осознанности. Вы не сможете жить по-старому. Вы не представляете, в какой я эйфории. Я чувствую этот свет изнутри, вижу его снаружи. Эти сильные ангельский поток, он дает блаженство, которое я понесу по своей дальнейшей жизни. Алина... Я благодарю Алину за информацию. Мне как глоток света. Да, Алина, мне кажется, он понял, о чем идет речь. Прекрасно. Алина, мы закончили. Если вы позволите, у меня один единственный вопрос ангелу. Не касается Сергея. Мне хотелось узнать одну единственную вещь. У нас на Земле есть такое убеждение, что у каждого человека есть ангел-хранитель. Мы встречаемся только с кураторами и учителями. Мы еще ни разу не видели ни одного в человеческом понимании ангела-хранителя. Объясните, пожалуйста, кто такой ангел-хранитель и где он находится? Кураторы и есть ангелы-хранители, которые направляют вас по жизни, уберегают и показывают уроки. Алина, я сердечно вас благодарю за этот ответ. Как раз было предположение, что так и есть, но так оно и действительно есть. Алина, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда... исполняем желание. Вы можете пожелать любую мыслеформу, все, что вам угодно. Мы можем вам любой подарок сделать, который есть на земле, и преподнести. Мы хотим, чтобы вы это на добрые воспоминания с собой забрали. Есть ли у вас такое желание? Даже не знаю, что попросить. Покажите мне снежинки. Хорошо, Верочка, давай тогда сделаем сейчас. Парк, зимний парк. Снег везде лежит. Идет солнышко и снег идет. 1, 2, 3, ветра нет, чистая погода, птички поют, солнышко светит. Хороший морозный день со снежком. Какой прекрасный пейзаж, сколько света. Замечательно. Передай, пожалуйста, вы можете это с собой взять, Алина. И, Верочка, в твоих руках появляется большая наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами. На земле это единственный чистый продукт, который у нас остался, Алина. Все ангелы, которые мы встречали, с благодарностью это принимают. И я прошу и вас это принять. Надеюсь, вам понравится. Это наши витамины. Это очень мило. Замечательно. Благодарю вас. Хорошо, Алина. За эти эмоции. Мы же тоже с крыльями стоим перед вами. У нас у всех одинаковые эмоции. Хорошо, мы закончили работать. Алина, если вы все закончили, мы тогда будем возвращать Сергея в его биоробот. Пока хватит информации. Все остальное будет постепенно приходить к нему. Замечательно. По мере его развития. По мере его развития. Это важное слово. Каждый шаг, я всегда не устаю повторять, каждый шаг человека к своему куратору, это 2 шага куратора ему навстречу. Все, кто останавливается на полпути, те ничего не добиваются. Благодарю вас, Алина. Желаю вам всего наилучшего. Энергию благодарности примите от нас всех. И привет ангельскому миру от нас. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Алина исчезла. Замечательно. И все, Сергей, мы закончили. Будем возвращать ваш биоробот. Вы все поняли. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Сергея в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем тонкие тела и его биоробот. Проходит полная синхронизация и гармонизация. Готово. И отключайся от объекта. И перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. На месте.